Академия массажа Микулина Андрея Леонидовича. Так, Артур, ваша задача 10 минут массажа на моей спиночке. Ну, а ваше усмотрение. Поехали. Удачи. Уже две. 2 минуты продержались, это уже класс. Курс не зря, да? Курс не зря, да. Вот. Но, как говорит жена, первая неделя, это первые полторы недели, у меня спина поцарапанная, всякая там, это, коцанная там, вот. То есть, в зависимости от того, как у кого что получается. Вот, она потом делается нечувствительной. Вот. Ну, кто как делает. Поэтому все делают на моей спине сначала. А потом уже на спине своего товарища. Ну, все правильно. Некоторые мне из коллег задают вопрос, а почему ты вообще ложишься под учеников?
нас массажу обучали, когда преподаватель под нас уложился. Я говорю, он как раз зря это делал, что уложился, потому что как он может обучать, ему же надо смотреть, как ученика получается или не получается. Поэтому обязательно надо, чтобы преподаватель сам почувствовал. Какое-то время есть? Можно, наверное, смазать. Ну, фактически, я первые 8 лет я делал массаж с применением масла. Я сухую технику только познал только через 8 лет. Угу. На постановку рук у меня ушло около 3 лет. Сейчас вообще в мире где-то всего процентов 10-15 массажистов делают массаж на сыпу. Остальное массаж делается с маслом. Все-таки еще есть. Вы еще что-то делаете. Что-то делаете? Да. Ну, да. Были ученики, которые целые 10 минут делали один и тот же прием. Мне кажется, не видимо одно и то же. Абсолютно. Ну и что?
тут пошли секунды новые, или как это? Правильно, правильно, правильно. На него. Так. Заканчивайте. Все. Так, сейчас пока далеко не уходите. Так, устали? Всегда всем задают такой вопрос. Устали? Спина устала? Да, вообще. А бабушка уже? Мама, ясно, хорошо. Ну, пока все тренируются, она маленькая, потом подойдем. Так, Артур, вопрос, почему вы пришли обучаться к Андрею Микулину? Почему конкретно к Андрею Микулину? Почему конкретно к Андрею Микулину? Потому что понравились возможности массажа, которые Андрей мне показали. А, ясно. Вы хотите профессионально изучить хотим массаж? Как вы считаете, у вас получится сделать профессионал? А у меня получится из вас сделать профессионал? Тут больше шансов. Больше шансов, да? Ну хорошо, давайте посмотрим тогда. Через месяц тогда покажем, как вы работаете профессионально массажером.